Я думал, сюрприз. Мне уезжать рано утром, но я должен был тебя увидеть. Как хорошо дома. Я так рада. Как твой спектакль? Нервничаю. Правда? Угу. Почему? Потому придут разные люди. Плевать мне. Тебя волнует их мнение? Я нервничаю из-за того, что мне выходить на сцену и играть. Да что я тебе объясняю? Все будет хорошо. Ты не понимаешь. Я просто в ужасе. Им повезет это увидеть. Я этого жду. А я нет. Уезжаешь утром? Да. В 6:45. О. Бойся. Чего бояться? Бойзи. А, Бойзи. Приезжай. В Бойзи? Да, исполнишь все свои желания. О, это было бы чудесно, но я не смогу. Чем займешься после? Не сможешь? Приехать в Бойзи? Да. Я репетирую. Везде можно репетировать. Везде, где ты? Ну, наверное. Все декорации здесь. Премьера через 2 недели, поэтому... Понял. Идея хорошая. Что ж. Но сейчас я хочу, но не смогу. Знаешь, нам надо постараться видеть друг друга гораздо чаще. Когда ты закончишь? В смысле, я не очень... Когда закончится тур? Когда закончим, будем записывать альбом, а потом снова в тур. Мы едем в тур, чтобы сделать альбом, чтобы снова поехать с ним в тур. Значит, путь долгий. Что значит долгий? Это значит долгий. Значит, ты будешь с группой долгое время ездить в туры. А ты думала, как это бывает? Я не... не знаю, я не думала, что тема с группой сработает. Не думала, что будет успех? Нет, это не то, о чем я думала. Просто сколько ты сейчас будешь в туре? Месяцы? Годы? Да, ну я где-то так. Полагаю, это будет в течение... В общем, я буду в туре 2 года, не меньше, с этим альбомом. Тебе нравится ваша музыка? Зачем ты? Не понимаю. А разве это так важно? Да, это важно. Если ты откажешься от своей мечты, то будешь годами бессмысленно колесить по городам, исполняя то, что терпеть не можешь. Тебе самой это нравится? Да. Нравится. Не знала, нравится ли тебе. Да, но ощущение, что... Ты говорил, что Кит хуже всех, а теперь едешь с ним в тур на несколько лет. Я же не знала... Не понимаю, зачем все это? Зачем ты это говоришь? Да я не... Я думал, ты этого хотела, а теперь получается наоборот. В каком смысле я этого хотела? Хотела, чтобы я к ним пошел. К ним в группу? Чтобы играть, иметь стабильную работу, чтобы я был... Ну, это... Конечно, я хотела, чтобы у тебя была работа, чтобы ты нормально жил и смог открыть клуб. Я этим и занимаюсь. Тогда почему мы не празднуем? Ты так и не открыл клуб. Ты сама сказала, туда никто не пойдет. В джаз-клуб цыпленок на вертеле. Смени название. Никто не любит джаз. И даже ты. Я обожаю джаз из-за тебя. Я думал, ты от меня этого хочешь. Что мне было делать? Вернуться и играть Jingle Bells? Я не про это. Я откладывать говорю, крохи, чтобы открыть клуб, куда никто не придет? Люди захотят туда пойти, потому что ты вложишь в него душу. А люди обожают такое. Это напоминает им то, о чем они я забыли. Я такого не знаю. Все, мне плевать. Просто настало время развиваться. Пойми, у меня есть работа, сейчас я при деле. Ну, а если у тебя возникли проблемы, то было бы неплохо сказать до того, как я подписал этот контракт. У тебя всегда была мечта. Разве не так? И ты был ей верен. Вот моя мечта. Это она и есть. Нет, это не твоя мечта. Такие, как я, всю свою жизнь мечтают о подобном успехе. Когда нравишься. Понимаешь? Наконец-то я участвую в том, что нравится людям. С каких пор?
пор тебя волнует, просто нравишься ты или когда нет. Всем плевать. Почему ты так сильно хочешь понравиться? Ты же актриса, о чем ты вообще говоришь? Может, я тебе нравился именно потому, что был на мели, а ты меня жалела? Ты шутишь? Нет. Я не знаю.